Всем доброго дня. То есть я опять в пути нахожусь, еще до машины не дошел, а еще на одно интересное растение нарвался. То есть это вы сейчас видите, да, подробности. Этот камера не очень-то сватает. Это, короче говоря, тысячелистник. То есть довольно-таки классное растение. Насколько классное. Но практически побочных эффектов не имеет для организма. Относится к ароматическим, ну, то есть содержит ароматические это горечи, масла. Как он применяется? Как желудочное средство для возбуждения аппетита, так при заболевании кишечника, желчных путей, можно сказать, применяется. Действует как дезинфекция, отлично кровоостанавливающее средство, потому что очень много витамина R содержится в ней. Противовоспалительное отличное, противосудорожное. Добавьте еще содержание калия. Так. Ну, это я не могу сказать, сколько ты содержишь тут калия. И самое важное, да, я его сорву, это правда, и ух, навалом растет, неудобно наклоняться. Ну что, противовоспалительные эффекты я уже назвал, то, что остальное вспомню, назову. Кстати, можно применять в качестве пищевого растения. Вот он такой классно, красиво смотрится. То есть вот так вот он. Я его сейчас обязательно назад прошу, заброшу, толку это, конечно, не даст. То есть можно, ну, желчь немножко активизирует это растение. В принципе, что мы еще? Ну, мы с него, раньше у меня бабушка чаи неплохие заваривала. То есть облегчает здорово состояние организма, если оно там такое тяжелое немножко. Имеет тоже кровоочистительное свойство. Но в каком понимании имеет? Ну, очень просто, как легкое мочегонное средство. Содержит тоже флавоноидов, много витаминов, я назвал, К, С идет, больше витамина К, конечно, С маловато содержится, каротиноиды еще есть тут, много солей, тут калий вроде, да, я уже упоминал про это. Короче, я желаю всего вам хорошего, до скорых встреч, я надеюсь, что я как-нибудь до машины все-таки дойду.